Сколько малышей родилось в Славянском районе с начала января? Когда состоится открытие месячника по оборонно-массовой и военно-патриотической работе, а также о том, как будет проходить год театра в России, смотрите в нашей рубрике «Телетайп новостей». За 9 дней января в роддоме Славянской районной больницы на свет появилось 29 малышей. Мальчиков больше, чем девочек. А в течение прошлого года, по данным родильного отделения, в семьях славянцев родилось 1282 ребенка. Среди них три двойни. Во многих семьях новорожденные – это третьи или четвертые дети. Всего же сегодня в Славянском районе живут 1670 многодетных семей. Из них 688 в городе. Ежегодно с 23 января по 23 февраля в Краснодарском крае проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году он пройдет под девизом «Воинский долг, честь и судьба». В Славянском районе военно-патриотическому воспитанию молодежи уделяется особое внимание. В прошлом году всем школам района были присвоены имена героев Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Школьники участвуют в парадах, митингах, военно-прикладных соревнованиях, встречаются с ветеранами. В рамках месячника на территории Славянского района запланирован ряд творческих, военно-прикладных, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Торжественное открытие месячника состоится 23 января. 2019 год в России объявлен годом театра. Сегодня в стране насчитывается более 600 театров – исторических и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных. На отечественных площадках не только ставят собственные спектакли, но и принимают артистов из ведущих театров мира и проводят международные театральные фестивали. На официальной странице «Года театра» вы найдете афишу мероприятий и интересные материалы из истории театрального искусства, архивные записи спектаклей разных театров страны и интервью с театральными деятелями, биографии актеров и режиссеров, а также лекции и документальные фильмы.